15 октября стартовал новый баскетбольный сезон. Встречи с соперниками покажут, в какой форме находится молодежная команда «Спарта ИК-2». А из нашего репортажа вы узнаете, как проходила предсезонная подготовка и какие задачи ставили тренеры «Спарты». Женский баскетбольный клуб «Спарта НК» в настоящее время является одним из самых титулованных клубов в России и Европе. Наряду с основной командой успехов добивается и ее дублер. Это молодежная команда «Спарта НК-2», в которой выращивают смену для молодежных сборных. Это клуб с большими традициями и историей. Здесь я развиваюсь как игрок и как личность. После обучения, набравшись опыта, игроки могут перейти в основной состав «Спарты». Таким образом, команда каждый год обновляется. Сейчас в ней 12 человек. Здесь хорошие условия, здесь хорошая подготовка. Нам дают полное обеспечение, полная экипировка, тренера. Мы тренируемся два раза в неделю. Этого вполне, два раза в день. Это полностью достаточно для продвижения себя по карьере. Игроки команды продолжают победные традиции клуба. Кроме того, что они уже стали победителями детско-юношеской баскетбольной лиги, некоторые из них в составе молодежной команды помогали более старшим девочкам выиграть титул чемпионов России. Я очень рада, что играю в этом клубе. Мне очень нравится это условие. В прошлом году мы стали двукратными чемпионками Дюбла. Первое место заняли по молодежному чемпионату. Спасибо большое за это тренерам, нашему клубу. А что же помогает нашим баскетболисткам становиться лучшими? Большой объем работы, который дети выполняют на тренировках. Вот. Ну и плюс их качество личное – это характер, желание побеждать. Это самая большая мотивация, которая бывает у людей. В этом году двое игроков клуба, Ксения Левченко и Дарья Колосовская, попали в сборную России и приняли участие в чемпионате Европы у юниорок. Особое мастерство этих игроков позволило им защищать честь России. Мы получили очень большой опыт, посмотрели со стороны, как играет не только Россия, как российский чемпионат, но и как сами девочки, которые участвовали на мире. Хорошие игроки там очень. И быстрый баскетбол, не такой, как в России, более техничный. Значимый вклад в развитие спортсменов клуба вносят тренеры. Они проводят большую работу по физической, технической и тактической подготовке членов команды. Девчонки молодые, в них желание есть огромное. Вот, достаточно им дать знания, научить правильно двигаться, правильно перемещаться по площадке, видению игры баскетбольной. В настоящее время «Спарта НК-2» готовится к новому сезону и постепенно переходит от общей подготовки к баскетболу. Комбинации еще только начинаем, никуда не торопимся. Больше работаем на индивидуальном развитии игроков. Непосредственно техника, физика. Тренеры и игроки ставят своей целью двигаться только вперед и добиваться новых высот. Из ближайших задач команды – пройти регулярный чемпионат и пробиться в серию плей-офф. Желаем им удачных игр. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.